Здравствуйте, перед вами будет выступать Воронцов Александр Викторович, город Черемхово, Иркутская область, с песней о том, что многие хотят чего-то достичь в этой жизни, какого-то успеха, ну и у одних это получается как с легкой руки, очень быстро, а у других это приходится опуститься ниже плинтуса, идут обсуждения в одноклассниках или еще где-либо по тому или иному, поводу, связанные, с плохими роликами, с хорошими. Я по большей части считаю, что многие просто хотят через это выразиться, признание какое-то найти. Кто-то через плохое, кто-то через хорошее. Например, через песни свои пытаюсь чего-то достичь, добиться. Но, тем не менее, это есть у каждого, каждый по-своему сходит с ума. Кто на что не идет, чтобы выбиться в люди, опускается вниз, до последнего будет опозориться, чтоб это тоже играет роль свою в достижении, иногда выполняет успеха, всеобщего успеха, как всенародного успеха, признание, что ты понравился, что ты пробился, как что ты сумел, чувак, что ты порвал их всех, и ждет тебя успех. У кого-то вот так, у кого-то иное, у кого-то легко получается, что ли, будто с легкой руки, будто так было надо. И напротив, когда получить нестандартно успеха, всеобщего успеха, как всенародного успеха, признание, что ты понравился, что ты пробился, как что ты сумел, чувак, что ты порвал их всех, и ждет тебя успех. Это может касаться всех на свете буквально, даже женского пола, а нету разницы, даже в возрасте будет, роли и не играет, у кого что найдет, ради этого нафиг успеха, всеобщего успеха, как всенародного успеха, признание, что ты понравился, что ты пробился, как что ты сумел, чувак, что ты порвал их всех, и ждет тебя успех. У кого как, в общем. Примерно об этом. Спасибо.